Маленький банкет сейчас будет, такой скромненький, по случаю получения холодильника. Сгоняла в магазин за продуктами. Ну и так как продукты многие были со скидкой, я думала, думала и взяла. Взяла немного хамона, жамбо, как мы говорим, 2 евро. Хорошее, совое это, значит, горная мяско. Взяла к фондю, фондю за 2 евро. Не пробовала, что это. Фондю сама знаю, но вот в вот эту формочку, то, что вот тут сделано, первый раз взяла. Перевернула, чтобы показать, там керамическая форма и внутри фондю. Написано в духовке 20 минут. Вот я, наверное, на выходные сделаю. Притом за 2 евро это недорого. Правда, не знаю, какое качество, насколько она будет хорошая. А вот сейчас я себе такие канапешки открою. 48 штук их. Ну, они маленькие, разные. И это тоже 2 евро стоило. Человек помялся уже, но видно. Я взяла еще йогурт. 99 центов. На самом деле, рядом точно такой же магазин. У них две точки. В другом магазине 50 копеек. Я спрашиваю, почему в одном 1 евро, а в другом 50 копеек. Половина цена. Но она начала оправдываться, придумывая там историю, дату, еще что-то. Ну, короче, ерунда. Вот один шоколадный, значит, йогурт. За евро я взяла, что в другом магазине точно в таком же было за 50 копеек. И я взяла еще йогурт, ваниль. Это рис внутри. Рис в молоке. Тоже вкусно. Ну, и там, где я видела йогурт дешевле, я взяла сыр себе за 1 евро. Я уже как-то такой брала. На обратном пути заскочила в буланжерию, взяла полбагета и взяла сок нектар. Мультивитамин. Ну и вот сейчас немножко накрою себе стол из вот этих канапешек. У меня осталось немножко сидра на один последний бокал. Там уже на дне бутылки осталось. Я все выпила. Ну, сидр, он мало алкогольный. 3% алкоголя это для детей можно давать. И у меня есть фрукты, я сегодня на базаре взяла. Есть немного клубники, не идеальная, но съесть можно. Есть глаз дракона. Сверху немножко потрепанный, но внутри он хороший. И есть еще манго. Ну и главное, что здесь есть, это холодильник. Сегодня доставили наконец-то. Сверху я поставила пароварку, чтобы брать место много занимало. Чайник, тостер. Ну и покажу внутри. В морозилке пока ничего нет. Ну а здесь я уже заставила фрукты. Бутылки у меня были открытые. Сверху у меня есть шоколад. У меня тут есть варенье, горчица, оливки. Сосиски сегодня в обед жарила. Ну, вот такой холодильничек у меня побольше, чем то, что я была в гостинице. Взяла специально побольше, потому что в тот у меня ничего не влазило. Но на кухне все еще бардак. Нужна тумбочка под плиту. Плита есть, но тумбочки нету. И я все еще обустраиваюсь. Неделю мне трепят мозги с интернетом. Должны подключить интернет. Телек купила недорогой, чтобы смотреть телевизор по вечерам. Потому что я уставшая, приползаю. Язык на плече у меня. Переезд, перетащить вручную все эти сумки на тележке. Шкаф стоит разобранный, собрать некому. Не знаю, сколько будет стоить, чтобы собрать шкаф, поднять его. Ну, а сейчас приступаем к банкету. Открываю я свои тостики, канапешки. Налью себе немного сидра, последний бокальчик. И перекушу вечером. А фондю оставлю, наверное, все-таки на выходные. На ночь нажираться не буду, мяса и сыра. Вот я вытащила из коробочки, все запаковано. Тут есть и колбаска, чуть-чуть лосося, поэтому подумала, что за 2 евро, в принципе, это дешево, чтобы поужинать. Вроде бы как и не нажраться, но так вкусненько перекусить себе. Сделать такой приятный ужин. Как-то я не идеально аккуратно сняла эту клеенку, она так плотно прилегала, немножко расползлась, но ничего, для себя все-таки. Вот почти уже готово. Еще сейчас сладкое нарежу, фрукту, и будет мой вечерний ужин, так сказать. Обмоем холодильник. Разрезала глаз дракона. В центре будет глаз дракона, а по краям будет клубника. Думаю, может еще манго добавить, или мне, наверное, многовато будет сегодня все это. Процесс изваяния фруктового десерта.
Ну, такой скромный шедевр получился. На быструю руку, по-быстрому. Нету сахарной пудры, чтобы посыпать. Каких-то взбитых сливок, ничего такого нету. Ну, вот такой скромненький ужин у меня сегодня получился. Тостики, канапешки, фрукта, сок, остатки сидра. Будем праздновать, отмечать получение холодильника. На днях, может, подключат интернет. Может, у меня получится это видео уже загрузить отсюда. То я вечно бегаю в Лувр еще куда-нибудь загружать видео. В общем, из того, что было, вот что я сообразила. Посыпала клубнику простым сахаром, потому что сахарной пудры нету. Надо будет как-то взять. У свекруни там лежат мои инструменты для кухни. Моей бывшей свекруни. Миксер. Ну и все остальное, что нужно женщине. Может, как-нибудь заберу. Что-нибудь сварганю, потому что... В процессе переезда пока еще забрала только одеяло. Есть еще мандаринки, но уже мандаринки обычно ем в обед, потому что это как бы кислый осид, а на вечер что-то такое сладкое, более сладкое. Ну и с новосельем еще раз, и с моим холодильником. Сама себя поздравлю, что я его наконец получила. И скромненько обмою покупку. Холодильник стоил 190 евро и плюс 40 евро доставка. Но это недорого. До новых встреч на моем канале. Заходите, подписывайтесь. Как разберу на кухне бардак, перетащу сюда свои инструменты, которыми когда-то я готовила. Может быть, что-нибудь интересное покажу. Пока обустраиваюсь. И из того, что обустраиваюсь, пытаюсь сообразить на скорую руку то, что можно. Спасибо, что зашли на мой канал. До новых встреч на моем канале.